Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 22 ноября. Память святых апостолов Филимона, Архипа и Апфии. Святые апостолы Филимона, Архип и Апфия были обращены в христианство святым апостолом Павлом и пострадали за Христа от греков, язычников, царствования императора Нерона в городе Колоссах. Когда они однажды находились вместе с другими христианами в молитвенном собрании, язычники неожиданно напали на них. Все, находившиеся в собрании, кроме Филимона, Архипа и Апфии, разбежались, а их троих схватили и привели к Артокликсу, житохранителю Ефесскому. Житохранитель – это начальник над запасами хлеба, принадлежащими какому-либо городу, области или государству. Сначала жестоко били Архипа, причем проходившие даже дети, кололи его по всему телу ножами. Затем без милосердия был истязуем святой Филимон и побит камнями. Точно так же была побита камнями и святая Апфия. Так в мучениях святые угодники отошли ко Господу. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.